Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, оставляйте свои лайки и комментарии. Все ссылочки в описании. Сегодня у нас 2 сентября. Целый день была солнечная погода, и сейчас под вечер набежали облачка. Обещают нам дождь в ближайшее время. В течение недели. Ну, посмотрим, сколько дней будет дождливых. Пока погода отличная, теплая. Температура воздуха 27 градусов. Воздух влажный и теплый. Близится закат. Все небо заволокло облаками. Морешко спокойное. Дует легкий ветерок, вода помутнела, так как ночью был дождь. Ну, народ купается, загорает, несмотря на то, что время уже 6:30. Достаточно тепло, можно проводить время на пляже. Вот такая погода сегодня в Сочи, так что обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал. Оставьте свои лайки и комментарии. Ну и, конечно же, смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!